Это мы в будущем докажем, а пока будем пользоваться для усиления определителя. Давайте вначале замечание сделаем. Такое. А у нас n-ная матрица. И мы рассмотрим число c у нас. И рассмотрим матрицу CA. Тоже n-ная матрица. Давайте вспомним. CA, как вычислить CA? Нужно каждый элемент матрицы A умножить на C. Так? И вот давайте подумаем. Определитель матрицы CA можно ли этот определитель вычислить, зная определитель матрицы А? Если мы знаем определитель матрицы А, можем ли мы сразу написать, чему равен определитель матрицы CA, если пользоваться выписанными свойствами? C умножить на определитель матрицы А. Неправильно. C в степени n. Да, смотрите, значит, вот у нас есть свойство 2. Оно говорит, что если одну строку умножили на c, то весь определитель умножится на c. А в этой матрице CA мы первую строку умножили на c, вторую умножили на c и так далее до n. То есть мы n строк умножили на c, значит, весь определитель умножится на c в степени n. Это равно c в степени n умножить на определитель a. Это следует из свойства 2. Я решил обратить ваше внимание на типичную ошибку. Она уже и прозвучала. Когда люди видят определитель CA, хочется написать, что это будет C умножить на определитель A. А вот не совсем. Надо писать C в степени определителя. Так, это у нас замечание. И давайте напишем еще четвертое свойство, которое точно было, но хочу его напомнить.
свойства. Пусть матрица А верхнетреугольная или нижнетреугольная. Тогда определитель равен чему? Если матрица А верхняя треугольная или нижняя треугольная. Тогда очень просто определить. Это след матрицы. Нет. Вы мыслите примерно направление близкое, но не совсем. Все-таки вы, так сказать, смотрите на диагональные элементы, и это правильно, да. Но надо, так сказать, не след делать. Мы же не след вычисляем, а определитель. Смотрите, след – это сумма диагональных элементов. А нам нужен определитель. Надо что-то поменять. Да. Если, но это не так, если матрица верхнетреугольная или нижнетреугольная, то определитель равен произведению диагональных элементов. Ну, вы понимаете, что это только для верхнетреугольных и нижнетреугольных. И тогда получается из этих свойств получается такой метод вычисления определителя. Это называется вычисление определителя методом Гаусса. Метод очень простой. Берем матрицу А и дальше ее элементарными, дальше делаем элементарное преобразование над строками и столбцами. Здесь вот разрешается делать элементарное преобразование и над строками, и над столбцами, а цель привести матрицу к верхнетреугольному или нижнетреугольному виду. И, значит, когда делаем элементарное преобразование, следим, что, так сказать, определитель при этом может меняться согласно этим свойствам, но меняться он будет очень простым образом. Так? Когда мы применяем элементарное преобразование перестановка, определитель меняет знак. Когда вот умножаем строку или столбец на число, определитель умножается на это число c. Когда к одной строке прибавляем другую строку, умноженную на c, определитель не меняется. И то же самое для столбцов. Так вот, наша цель элементарными преобразованиями превратить матрицу в верхнетреугольную или нижнетреугольную. И тогда у полученной верхней треугольной или нижней треугольной матрицы определитель вычисляем по четвертому свойству.
метод. Значит, процедура вычисления определителя методом Гаусса. Элементарными преобразованиями над строками и столбцами приводим матрицу А к верхнетреугольному или нижнетреугольному виду. Полученной верхней треугольной или нижней треугольной матрицы равен произведению элементов на диагонали. Когда мы применяем элементарные преобразования, как я уже сказал, определитель меняется согласно вот этим правилам. То есть когда применяем первое или второе преобразование, определитель меняется, но вот таким вот очень простым образом. И вот давайте, значит, тут, в общем, есть такая. Когда вы решали систему линейных уравнений, тут мы методом Гаусса вычисляем определитель. А с Надеждой Владимировной вы методом Гаусса решали систему линейных уравнений. И есть разница какая? С Надеждой Владимировной вы делали элементарные преобразования только над строками. Так ведь? И при этом множество решений системы не менялось. Вот, важно. Значит, когда решаем систему линейных уравнений, делаем элементарное преобразование только над строками, но зато, так сказать, мы в безопасности, множество решений не меняется при любых элементарных преобразованиях. А здесь у нас свободы больше. И поэтому вычисление происходит быстрее, поскольку здесь нам разрешается элементарное преобразование над строками и над столбцами. Но зато надо аккуратно следить, поскольку определитель вообще-то меняется. Но меняется очень простым образом. За этим легко проследить. Следим, как определитель меняется при элементарных преобразованиях, согласно выписанным правилам.
пространства свойством 1, 2, 3. Давайте вычисляем. Давайте, опять же, для сравнения, мы какой-нибудь определитель, давайте какой-нибудь возьмем посложнее определитель, сделаем его Гауссом, а потом посмотрим, как было бы разложение по строке или столбцу. Может, даже, кстати, ужаснемся и не будем делать разложение, но, по крайней мере, убедимся, что Гауссом проще. Берем А. Давайте подумаем, как это дело оптимально вычислить. Ну, методом Гаусса работает. Что? Матрица такая нетривиальная. Вот. Прикиньте, чтобы по строке или столбцу, если бы делали расложение, пришлось бы попотеть. Утомительно, скучно, по крайней мере. А тут вот простор для творчества. Давайте начнем сразу можно что-то упростить, как элементарные преобразования. Разделить последнюю строку на три и первую на два. Значит, да, вот применим преобразование второе. Умножим первую строку на одну вторую, а третью на одну третью. Значит, наш определитель... На одну шестую изменится. Он как-то... Давайте мы сейчас подумаем, как он изменится. Давайте напишем матрицу, которая получится после этого преобразования. Определитель. Здесь мы умножаем первую строку на одну вторую и получаем тут 1, 2, 3... 3, 5,
5. В третьей строке будет 2, 1, минус 3. Что же мы сделали? Мы умножили первую строку на 1/2. Сейчас, так. Тут надо аккуратно. Так запоминать. Мы из первой строки мы вынесли двойку. Пишем здесь поэтому двойку. А из третьей строки мы вынесли тройку и пишем здесь тройку. И давайте поймем, что это именно правильный подход. Просто... То есть, смотрите, в чем сомнение? Здесь писать двойку или 1/2, а здесь тройку или 1/3. Я утверждаю, что нужно писать именно двойку и тройку, а не 1/2 или 1/3. И это, я утверждаю, что свойство 2 работает именно так. Согласны ли вы? Ну, он уменьшился в 1/2, а потом в 1/3, значит, надо слово разделить потом. Да, то есть когда мы умножили первую строку на 1/2, наш определитель уменьшился на 1/2, и значит, а потом мы умножили эту строку на 1/3, значит, наш определитель умножился на 1/3, значит, можно было бы здесь ничего не писать, а вот здесь написать 1/2 и 1/3. То есть определитель новой матрицы равен 1/2 умножить на 1/3 на определитель старой матрицы. Но нас-то интересует определитель старой матрицы, поэтому мы вот эти по свойству 2 надо было написать 1/2 здесь, 1/3 здесь, но мы их перекидываем сюда, поскольку нас интересует вычисление определителя старой матрицы. Поэтому вот пишу 2 и 3. Вот запомните, как работает правило. Из первой строки мы вынесли двойку, и значит впереди пишем двойку. Из третьей строки вынесли тройку, и поэтому впереди пишем тройку. Но аналогично из столбцов. Можно было. Тут из столбцов не выносится, но если бы выносилось, работало бы так же. Так, дальше. Сохраняем эту двойку-тройку. А теперь думаем, как преобразовать определитель вот этот. Значит, мы хотим матрицу привести к верхнетреугольному или нижнетреугольному виду. Можно, например, к... Тут вот есть... приятная единичка. Смотрите, значит, мы можем делать преобразования элементарные над строками и над столбцами. Мы вот пока что сегодня делали только над строками, а давайте смело попробуем столбцы. Давайте сделаем элементарное преобразование над столбцами. И будем мы приводить к нижнетреугольному виду. Из того столбца нужно третий вид. Да, значит, смотрите, я предлагаю вот что сделать. Давайте приводить к нижнетреугольному виду, то есть мы будем добиваться того, чтобы над диагональю получились нули. Приводим к нижнетреугольному виду, то есть добиваемся того, чтобы над диагональю получились нули. И это значит, что надо добиться нуля здесь и здесь. А для этого мы из второго столбца вычитаем первый, умноженный на 2. А сразу из третьего столбца вычитаем первый, умноженный на 3. И это мы применяем
третье свойство, а там определитель не меняется. Давайте. 2, 3 сохранили. Пишем определитель. Итак, мы из второго столбца, мы хотим добиться, чтобы здесь получился 0 и здесь 0. Значит, из второго столбца вычитаем первый умноженный на 2. Первый столбец не меняется. Из второго столбца вычитаем первый умноженный на 2. Тут получается 0. А что здесь? Из пятерки вычитаем тройку умноженную на 2. Минус 1. А тут из единицы вычитаем двойку умноженную на 2, минус 3. А здесь, значит, мы из третьего столбца вычитаем первый умноженный на 3, тут у нас 0, минус 4. 5 минус 2, 5 минус что? 3 минус 4. 5 минус 3 умножить на 3. Смотрите, мы из третьего столбца вычитаем первый, умноженный на 3. Здесь получился 0, а что будет здесь? Минус 4. 5 минус 9. Минус 4. И, наконец, из этой минус тройки мы вычитаем двойку, умноженную на 3. Получается минус 9. Дальше у нас тут полезли минусы, но мы же можем, кстати, воспользоваться свойством 2, опять же, да, умножить на минус 1 кого-нибудь. Как нам избавиться от минусов вообще? Мы можем второй и третий столбец на минус 1. Да, смотрите, мы второй столбец умножим на минус 1, и это даст нам минус 1 вперед. А также третий столбец потом умножим на минус 1, будет еще один минус 1 вперед. И минус 1 на минус 1 даст плюс 1, значит, если мы каждый второй и третий столбец на минус 1 умножим, определитель не изменится. Таким образом, 2 умножить на 3 на определитель 1, 0, 0, 3, 1, 4, 2, 3, 9. Ага. Наша цель сделать нижний треугольный вид. Так, что же теперь надо сделать? Надо второй столбец умножить на 4 и вычесть из третьего. Да, значит, нам нужно вот эту четверку превратить в 0. Для этого нужно из третьего столбца вычесть второй, умноженный на 4. Получается 2 умножить на 3. На определитель. Кстати, можно было бы писать проще, сократить обозначение можно было бы вместо дед писать, слово дед убрать, а писать прямые скобки вместо круглых. Было бы сокращение. Давайте так и сделаем. Прямые скобки. Мы из третьей строки, из третьего столбца вычитаем второй, умноженный на 4. 1, 0, 0, 3, 1, 0, тут 2. Второй столбец не меняется. А вот из этой девятки мы из третьего столбца вычитаем второй, умноженный на 4, то есть из девятки вычитаем 12. Получается минус 3.
Вот. И эта матрица уже нижнетреугольная. Значит, ее определитель равен произведению элементов на диагонали. Значит, наш весь определитель равен 2 умножить на 3 умножить на произведение элементов на диагонали, то есть 1 умножить на 1 умножить на минус 3. И это будет минус 18. Вот. Ну, так довольно быстро получилось, да? А вот разложение по строке Аристотелю. Есть желание? Ну, в общем, понимаете, что будет гораздо меньше энтузиазма, да, вызывает. Надо, значит, каждую... Тут нулей нету, когда вот размножение по строке Аристотелю делать удобно, когда в каком-то строке Аристотеля много нулей. А тут нету нулей, и пришлось бы вычислять все, так сказать, много всего. А когда минус 1 выносили, там в итоге не минус 3, минус 2? Сейчас, мы из столбца выносили. Вот, мы, так сказать, оптимально поступили. Если бы выносили из строки, то минус появился бы здесь и здесь. А так нет. Ну вот, вычисление определителя метода. Дальше. Все это вам пригодится уже на ближайших занятиях по геометрии. Будет у вас там много определителей и обратных матриц. Но вы заранее, кстати, получили эффективные методы. Так что после сегодняшнего занятия вычисления на геометрии пойдут гораздо веселее. Сейчас будем изучать собственные векторы и собственные значения или собственные числа. На геометрии еще не звучало такое. В ближайшие недели появится и будет активно использоваться. Так что мы это ранее подготовили. Это мы в конспекте на странице 20. Будем его нумеровать определение 1. Рассмотрим n на n матрицу.
определение. Не нулевой вектор. У. Записанный как столбец высоты n. Такой ненулевой вектор является собственным вектором матрицы А. Если существует число лямбда, такое, что выполняется уравнение А умножить на У равно лямбда умножить на У. Давайте посмотрим, все ли здесь корректно. В правой части стоит лямбда умножить на u. Это лямбда умножить на u, это будет что? Вообще у нас это матрица размера n на n, а вектор-столбец матрица размера какого? N на 1. Здесь, в правой части, что лямбда умножить на u, это что такое? Вектор размера n на 1. Мы, что лямбда умножить на u, мы каждую компоненту умножаем на лямбда, получается столбец. А в левой части мы матрицу размера n на n умножаем на вектор столбец высоты n. Произведение, какой имеет размер? N на 1. N на 1, так что все корректно. Давайте вот это уравнение запишем подробнее. Назначим его 1. Нумерацию уравнений заново ведем. Это будет у нас уравнение 1. И мы его подробно запишем в компонентах. Уравнение 1. Эквивалентно системе уравнений. И я хочу, смотрите, у нас в левой части у нас столбец высоты n, в правой части тоже столбец высоты n. Они равны, значит, их компоненты равны. Я хочу написать равенство каждой компоненты. Давайте первую компоненту напишем. Вот первая компонента левой части чему равна? Если вот наша матрица, вот вектор, левая часть это такое произведение, его первая компонента. Мы умножаем, вот наша матрица, умножаем ее на этот вектор. Это произведение является столбцом, его первая компонента. А1,1 на У1 плюс А1,2 на У2 и так далее до А1. Да.
это значит, я первую компоненту левой части написал, а в правой части первая компонента какая? Мы просто умножаем от первую компоненту отсюда на лямбда. Лямбда О1. Дальше вторую компоненту аналогично пишем. Здесь вторая компонента лямбда У2. Дальше продолжаем и n-ную компоненту напишем. Смотрите, вот давайте внимательно посмотрим на эту систему. Похожа ли она на систему линейных уравнений, которые вы рассматривали? Значит, пусть у нас, пусть А нам известны, а У неизвестны. Пусть у нас А известно, а вот У неизвестно. Тогда получается вроде как система линейных уравнений для неизвестных У. Но коварный вопрос. Это система однородных уравнений или неоднородных? Неоднородных. Давайте вспомним. Однородные уравнения — это когда нету столбца свободных членов. А однородные, а неоднородные — это когда не нулевой столбец свободных членов. Посмотрите внимательно. Есть ли здесь столбец свободных членов? Смотрите, вот в свободном члене у нас неизвестные У. В свободном члене свободный член не должен содержать неизвестных. А тут у нас система записана в непривычной форме. У нас в левой части привычная, а в правой части У появляется. Поэтому, чтобы эту систему переписать в привычном виде, надо правую часть перенести в левую. И тогда получится, кстати, обычная система линейных уравнений. Переносим правую часть в левую. Что будет, если в первом уравнении перенести правую часть в левую? И, так сказать, и вынести ушки как положено. У1 на А1,1 минус лямбда. Значит, коэффициент будет А1,1 минус лямбда на У1 плюс А1,2 У2 плюс А1,n УН равно нулю. Дальше. Второе уравнение тоже. Правую часть переносим в левую. Что будет? Значит, член С1 не меняется, так ведь? А2,1, У1 плюс. А вот, значит, смотрите, мы здесь у нас была переменная АУ2. Мы перенесли ее в левую часть. И мы хотим разделять, видеть мы хотим, где наши переменные У. Так вот, значит, будет у нас У2 с каким-то коэффициентом во втором уравнении. С каким? Смотрите, был член А22 У2. А мы теперь еще вот эту У2 с лямбдой перенесли в левую часть. Какой же получится здесь коэффициент?
Да, А2, 2, 2, минус лямбда. Но остальные члены не изменятся. И так далее. Делаем до n уравнения. У n уравнения, смотрите, значит, там у n перемен, лямбда у n переносим в левую часть, и она вот сюда зайдет, и здесь коэффициент изменит. Будет здесь у n с каким коэффициентом? А n минус лямбда. Это мы обозначим 2. Это 3. Отметим, что система 2 эквивалентно системе 3. Это важно понимать. По-прежнему матрица А дана. Собственным значением матрицы А вектор
надо аккуратно понимать разницу между определением 1 и определением 2. Давайте не спеша поймем, что здесь говорится. Смотрите, в определении 1, в обоих определениях изначально дана матрица А. И в определении 1 мы рассматриваем ненулевой вектор и говорим, что он является собственным вектором матрицы А. Если существует число лямбда, такое что АУ равно лямбда У. Это вот определение 1. Здесь лямбда, значит, предполагается, что лямбда существует, и лямбда никакого имени не получает. В определении 1 у нас вектор У получает имя, собственный вектор, а лямбда безымянная. А здесь мы снова стартуем с матрицы А, и здесь мы вначале рассматриваем число. И вот мы теперь числу даем имя. Говорим, что число является собственным значением, если существует ненулевой вектор такой, что АУ равно лямбда У. И тут вот число имя получило, а вектор зато безымянный. Но сейчас мы это исправим и их объединим. Если вот мы, если это справедливо, тогда, продолжение определения 2, тогда вектор У называется собственным вектором соответствующим собственному значению лямбда матрицы А. Соответствующим собственным значению матрицы А. Эта прибавка, последнее приложение, очень похоже на определение 1, но в прибавке содержится новая информация. В определении 1 мы просто говорили, что такое собственный вектор. А здесь мы говорим, U называется собственным вектором, соответствующим собственному значению лямбда. А, здесь я забыл лямбда написать. У называется собственным вектором, соответствующим собственному значению лямбда матрицы А. Вот. Так что тут мы про вектор говорим больше, чем в определении 1. В определении 1 он просто был собственным, а здесь собственный вектор, соответствующий собственному значению лямбда матрицы А. И еще одна прибавка. Собственные значения также называют собственными числами. То есть мы вначале определили термин «собственное значение», а теперь говорим, что вместо термин «собственное значение» можно заменять на термин «собственное число». И, в принципе, на геометрии, наверное, так и у вас и будет, поскольку это звучит проще – «собственное число». А почему же, зачем же нужен термин «собственное значение»? А вот зачем. Мы тут работаем с вещественными числами. И я говорил, что вещественные числа образуют поле. Вот в конспекте, который я прислал, там вместо вещественных чисел рассматривается, вместо поля вещественных чисел рассматривается произвольное поле.
это, значит, в конспекте определяется, и мы позже тоже будем рассматривать. Можно рассматривать матрицы, элементы которых не числа, а элементы матриц можно брать из поля. Поле – это некоторое множество с операциями сложения, умножения, удовлетворяющими обычным свойствам. Но поле, вообще говоря, состоит не из чисел. Элементы поля могут быть какое-то... Поле может быть каким-то сложным множеством, на котором заданы операции сложения и умножения. Не обязательно числа. И оно можно, так сказать, работать с матрицами, элементы которых принадлежат полю, и вот эти все векторы и собственные определить, и тогда неуместно элементы поля называть числами. Иногда, если, так сказать, поле какое-то сложное, состоит не из чисел, а из каких-то хитрых элементов, тогда они тогда говорят собственное значение, а не собственное число. А пока у нас числа, можно говорить просто собственное число. Вот. Теорема теперь. Теорема 1. Матрицу. Это я в конспекте на странице 20. Да. Матрицу рассматриваем и число. Теперь еще рассмотрим вот такую матрицу. А минус лямбда Е. Вот, давайте вычислим эту матрицу. Вот наша матрица А, а мы из нее вычитаем матрицу лямбда Е, где Е единичная. Что происходит? Давайте подумаем у этой матрицы А минус лямбда Е. Как у нее выглядит первая строка? Это А1,1 минус лямбда. Да. А дальше все элементы... А1,1 из первого элемента вычитается лямбда, поскольку... У нас лямбда единичная, там у нее в левом верхнем углу стоит единичка, умноженная на лямбду, и вычитаем это, вот получается такое. А1, 2, далее А1, Н. Вторая строка. В второй строке первый элемент без изменений, а вот второй элемент второй строки. А2, 2 минус лямбда. Да. А2, 2 минус лямбда. Дальше все элементы второй строки без изменений. И, наконец, последняя строка, а ее первый элемент, ее второй элемент. И у нее меняется только n элемент, получается ann минус лямбда. Вот. Смотрите, значит, а минус лямбда е... Это мы просто у матрицы А на диагональных из диагональных элементов вычитаем лямбду. Очень легко запомнить. Так вот, что же говорит теорема? Число лямбда является собственным. Для А,
тогда и только тогда, когда определитель вот этой матрицы А минус лямбда Е равен нулю. Тогда у нас А должна быть верхней и нижней. Нет, А любая. А любая матрица. А вот эти элементы, я же никаких ограничений не написал на них. А любая матрица. Абсолютно любая. Лямбда любое число. И вот нас интересует. Нам дана любая матрица квадратная А и любое число лямбда. Нас интересует, лямбда является собственным числом или не является. Оказывается, это легко проверить. Число лямбда является собственным числом для матрицы А. Тогда и только тогда, когда вот этот определитель равен нулю. То есть, когда, если вам дана матрица А и дано число лямбда, и вас просят проверить, число лямбда является собственным для матрицы А или не является, вы пишете вот эту матрицу А минус лямбда Е, вычисляете ее определитель. Если определитель оказался равным нулю, значит лямбда является собственным числом для матрицы А. А если определитель оказался не равным нулю, значит не является. Это вот говорит нам теорема. Полезно, по-моему. А вот это будем рассматривать. Смотрите, сразу понятно, как найти собственные числа. Смотрите, хороший вопрос, да, значит, если нам дана матрица А, и мы хотим найти ее собственные числа. Теорема 1 сразу подсказывает, как это делать. Если дана нам матрица А, и мы хотим найти числа лямбда такие, что вот это уравнение справедливо. Так? Да. Давайте, значит, если лямбда неизвестна, мы просто, значит, вот этот определитель разложим по какой-нибудь строке, допустим. А можно же по Гауссу? Гаусс тут не очень, на самом деле. Так а почему просто решить по Гауссу? А лямбда-то неизвестна. Как вы решите по Гауссу, если как вы ее приведете к верхнетреугольному? Но если сама матрица А верхнетреугольная или нижнетреугольная, то нормально. А если... Смотрите, если А не является верхней треугольной и нижней треугольной, вы дальше А минус лямбда Е вы должны приводить к верхнетреугольному или нижнетреугольному виду, но лямбда-то нам пока неизвестно. Нет, даже просто взять матрицу А, просто найти ее определитель, у нас получится то, что... Не, определитель матрицы А нам не пригодится. Нам нужно вычислять определитель матрицы А минус лямбда Е. И вот его... Можно, например, разложением по строке Ристовцу вычислить. Итак, чтобы найти собственные числа, нужно написать вот эту матрицу и написать ее определитель и приравнять его нулю. И вот и решать вот это уравнение. А известно, лямбда неизвестно, и решать вот это уравнение. Оказывается, что вот этот определитель является многочленом от лямбда. Вот. И получается, что надо будет решать полиномиальное уравнение для лямбда. Например, если пусть у нас n равно 2. Подумайте, если n равно 2, то вот этот определитель является многочленом по лямбда какой степени? Второй. Да, квадратное уравнение. Можно решить. Будем решать, кстати. Скоро. Но если матрица 5 на 5, это уже не очень. А если матрица 5 на 5, то уравнение 5. Порядка степени 5. Это да. Не, сложнее. Но там вот есть компьютерные методы. Задача находить собственные числа очень часто возникает. Поэтому написаны хорошие компьютерные программы, вычисляющие собственные числа. То есть матрицы размера 5 на 5 хороший компьютер сделает без проблем.
так сказать, с высокой точностью. Конечно, он приблизительно их посчитает, но с очень высокой точностью. Давайте эту теорему докажем. Наше число лямбда является собственным для матрицы А, то система, то тогда можно считать систему 3. Система 3 является однородной системой уравнений. Вопрос. Эта система, и пусть наше число лямбда является собственным для матрицы А. Точно является. Смотрим на систему 3 с неизвестными У. Верно ли, что у этой системы обязательно ей существует ненулевое решение? Да. Почему? У нас вот вектор У не обязательно. Смотрите, тут надо аккуратно смотреть, что нам известно, что неизвестно. Нам матрица А нам дана. Число лямбда нам дано. И дальше, имея число, матрицу А и матрицу лямбда, я пишу систему 3 с неизвестными У. И задаю вопрос. Пусть лямбда является собственным числом для матрицы А. Тогда система 3 имеет ненулевое решение У или не обязательно имеет? Для этого надо вспомнить определение, что такое собственное число. В каком случае лямбда является собственным числом согласно определению 2. Если существует ненулевой вектор У. Да. Такое, что, которое удовлетворяет вот этому уравнению. Которое удовлетворяет вот этому уравнению, оно вот. Вот уравнение 1. А уравнение 1 мы записали как систему 2. А систему 2 мы переписали как систему 3. Итак, смотрите, значит, число лямбда является собственным тогда и только тогда, когда вот это уравнение имеет ненулевое решение У. Смотрите, итак, доказательство. Число лямбда является собственным тогда и только тогда, когда уравнение АУ равно лямбда имеет ненулевое решение. У равно столбец. Так. Это я просто написал определение собственного числа. Собственное число. Число лямбда называется собственным, если существует ненулевой вектор У. Столбец. Вот, значит, итак, вот это просто определение. Дальше, смотрите, а мы тут не зря старались. Что мы вот это уравнение 1 мы переписали как систему 2, а систему 2 переписали как систему 3. Итак, вот мы такую эквивалентность имеем. А теперь вот это эквивалентно следующему.
Система 3 имеет не нулевое решение У1, УН. Ага. А вот давайте, значит, систему 3 я перепишу в таком виде. Значит, пусть у нас С житый, это у нас будет житый столбец матрицы А минус лямбда. Есть у нас матрица А минус лямбда Е, и я беру ее житый для каждого G от 1 до N, я рассматриваю ее житый столбец. Тогда систему, как можно записать систему 3? Система 3, я хочу ее записать в векторном, как одно векторное уравнение, вот такое. У1 умножить на С1 плюс У2 на С2 плюс и так далее плюс УН на СН. Равно нулю. Прав ли я? Да. Значит, смотрите, мы вот в этой системе, это система однородных линейных уравнений. Какая у нее матрица коэффициентов? Вот эта система уравнений с неизвестными U, у нее есть матрица коэффициентов. Матрица коэффициентов в точности вот. Смотрим на столбцы матрицы коэффициентов. С житый – это житый столбец нашей матрицы коэффициентов. И если мы рассматриваем столбцы матрицы коэффициентов, то систему можно переписать как вот такое векторное уравнение. Вот запомните, если у нас есть любая система линейных уравнений однородная, пишем ее матрицу коэффициентов, обозначаем ее столбцы С-житые, и тогда всю систему можно записать как вот такое одно векторное уравнение. И вот смотрите теперь. Пусть у нас, если система 3 имеет ненулевое решение, значит здесь мы имеем вот это равенство, имеем с ненулевыми коэффициентами U. Хотя бы один U не нулевой. И тогда получается, что столбцы С-житые линейно зависимы. То есть, если система 3 имеет ненулевое решение, то столбцы С-житые линейно зависимы. А вы можете объяснить, почему? Ну почему? Вот линейно. Вот смотрите. Система 3 вот. Берем ее ненулевое решение U, и мы знаем, что левая часть системы 3 – это вот просто, вот она написана. Если вместо каждого C подставить C1, это вот первый столбец.
c2 это второй столбец. Напишите, для ясности возьмите случай n равно 2 и подробно напишите вот это уравнение для всех компонентов. Вы получите в точности систему 3. Сделайте случай n равно 2. Когда не понимаете случай произвольного n, берите n равно 2. А это помогает. Значит, итак, система 3 эквивалентна вот этому равенству. Так вот, если система 3 имеет ненулевое решение, то получается, что векторы c линейно зависимы, поскольку мы тут имеем их линейную комбинацию с коэффициентами u, которые, из них хотя бы один не нулевой. А хорошо, а если обратно, пусть оказалось, что векторы c житые линейно зависимы. Теперь мы ничего не знаем про решение системы 3, но знаем, что векторы c линейно зависимы. И если мы знаем, что векторы c житые, которые столбцы этой матрицы, пусть они оказались линейно зависимы, верно ли, что система 3 имеет ненулевое решение? Да. Почему? Сейчас. Можно подобрать такой вектор U, при котором поступлялся. Да, значит, если нам дано, что векторы c житые линейно зависимы, значит, существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю. Вот мы пишем нетривиальную линейную комбинацию с какими-то коэффициентами U, из них хотя бы один не равен нулю, и вот эти коэффициенты U будут решением системы 3 не нулевым, хотя бы один из них не нулевой. Таким образом, система 3 имеет ненулевое решение. Это эквивалентно тому, что столбцы C1, C2, CN линейно зависимы. Вот, важное свойство. Ну и остался последний шаг. Как же это связать с определителями? Но надо-то нам что? Теорему 1 доказать, что число лямбда является собственным доказательством тогда, когда вот этот определитель равен нулю. Ну да. Так как C1, C2, CN и так далее. Ну, короче. Да, вот они линейно зависимы. Да. Они пока, ну, это да, да, они так, да, и что? И они являются при этом столбцами матрицы А минус лямбда Е. Да. Из этого следует то, что определитель равен нулю. Значит, итак, да, спасибо, правильно. Я поточнее только сформулирую. Значит, у нас было такое свойство определителя. Если дана квадратная матрица, ее определитель равен нулю тогда и только тогда, когда столбцы линейно зависимы. Для строк это тоже справедливо, но нас пока интересуют столбцы. Итак, определитель квадратной матрицы равен нулю тогда и только тогда, когда ее столбцы линейно зависимы, а наши столбцы, вот эти c житые, это столбцы матрицы А минус лямбда Е, значит, вот это свойство эквивалентно тому, что определитель... такой вот равен нулю. Вот. Итак, значит, мы тут провели цепочку эквивалентностей. Число лямбда является собственным, тогда это тогда, когда вот это уравнение имеет ненулевое решение, это эквивалентно. Дальше, вот это свойство эквивалентно тому, что система 3 имеет ненулевое решение. Дальше мы поняли, что система 3 имеет вот это свойство эквивалентно тому, что столбцы линейно зависимы. Столбцы матрицы А минус лямбда Е. А и по свойству определителя это эквивалентно тому, что определитель равен нулю. Значит, итак, таким образом число является собственным, тогда, когда определитель равен нулю. Доказали теорему 1. И сейчас мы заканчиваем. Мы тут делали
Видите, тут мы рассматривали систему уравнений с вычисленными лямбда и поняли, что она, кстати, эквивалентна, что мы, когда у нее существует нулевое решение, мы поняли это в терминах столбцов. Да? Так вот, но давайте это для любых матриц, без лямбда, это полезное вообще наблюдение, давайте его отдельно сформулируем. И значит, на этом закончим. Теорема 2. Вот у нас есть матрица M. Размера N на N. Ищем систему уравнений с неизвестными x. Система, матрица коэффициентов которой равна S. Так вот, система 4 имеет ненулевое решение. x1, xn. Тогда и только тогда, когда столбцы матрицы S линейно зависимы, а это в свою очередь эквивалентно тому, что определитель матрицы S равен 0. Вот такое свойство. Доказательство аналогично тому, что мы делали для матрицы A минус лямбда E. Я просто одну строчку еще напишу. Доказательство. Мы пусть С житый это столбец. Житый столбец матрицы S. Система 4
эквивалентна некоторому уравнению какому. Вот так вот этому, такому же уравнению на две стороны пишем x, x1, c1 плюс x2, c2, и далее xn, cn. Вот это наблюдение проверьте сами, обдумайте, почему вот эта система уравнений эквивалентна одному векторному уравнению, где c житый, это житый столбец матрицы S. И вот, а дальше, имея эту эквивалентность, мы, значит, рассуждение работает так же, как там мы делали. Значит, эта система имеет нулевое решение, тогда столбцы линейно зависимы. А дальше, посредством определителей, столбцы линейно зависимы, тогда это тогда, когда определитель равен нулю.